Уходящий теплый сезон стал аномальным по количеству шершней и ос. В одной только Могилевской области спасатели выезжали на ликвидацию гнезд больше 1000 раз. Чаще всего номер 101 набирали в сентябре. Нужны и специальное оборудование, и химикаты, и опыт в такой работе. Спасатели срезают коконы на чердаках, в сараях. Огромные колонии селятся даже под обшивкой домов. За последний месяц таких обращений больше 200. Работу нужно проводить вечером, когда все насекомые собираются в свои дома. Взять очень плотный мешок, одеть его на гнездо и каким-нибудь острым предметом это гнездо обрезать так, чтобы гнездо упало в мешок. Большие колонии спасатели самостоятельно убирать не рекомендуют. Ближе 3 метров к гнезду насекомых лучше не приближаться. Защищаясь, осы и шершни становятся агрессивными. В одном из случаев в регионе спасатели подоспели, когда хозяйка дома от укусов шершней находилась уже без сознания. Ее удалось спасти.